У нас нету танков на этих. Мутанты ралли, мутанты ралли. Ну да, я распускаю рейд. Нормально. Кстати, это графит норм, тип. Видел, смотрел за ним, как он играет. Могу в два окна потанчить и заходить в дыры. Сейчас я разрою. Помню, Саня, ты говорил, что тот ДК тоже норм тип. Вот как помню. Понял, кстати. Тебе чего чего нужна на мага или что-то? Да, или что? Сколько уже было смертей, вас ничему не учат. Вы говорите, ну норм, тип, не проверили, не идет, все, точка. Ральку, Вендету и графита. И Сарсеевича. Слышишь? Что? Слышишь? Да, это 6 человек, поэтому ладно, оставим всех их в рейде, некого, не с кого добирать рейд. Сейчас все скорее дохнут, чем я. Слышишь? Ну а что он говорит Серсею, как будто я косячу в уде, блядь. Ты умерла тогда, вчера ни разу в РСК не рискнула. Ладно, это не важно уже. Ваня, ты тут? Нам надо хил просто. Ходячий косяк говорит, что он не косяк, интересно. Ну, я ни разу не от Скары не была, ни разу не от Суровый Удар не была, он говорит то, что умирала ты. Серсея. Ну, это не важно уже. Слышишь? Я умирала один раз, не один раз, а несколько раз, когда взрывали. Зайка. Я знаю, что ты не косячий человек. Я сказала, я умирала, когда ты рядом. Один раз не было. Да ладно, успокойтесь, Алина, что ты их слушаешь? Потому что что он говорит то, что я косячий? Слышишь? Блин, успокойся, зачем ты троллинг разводишь? Просто Атуля, Алина, Алина, хватит нас троллить, надоело уже. Ну, они тебя троллят, а ты ведешься. Удающий персонаж какой-то. Я сейчас не троллил, я на полном серьезе сказал. Ну, я людей. Считаю, то, что ты нуб, то, что ты сейчас сдохнешь. Я считаю, что самогон может зайти я на сдохну. Танка, так как сова есть вредный. Считаю, что Войт может зайти на танка, так как есть вары в рейде. Вот у тебя логика такая же, вот я сейчас как ты рассуждаю. Даун. Даун. Так, заходи на танка тогда. В два окна? Кстати, Слава, подожди. Бульдог, заходи на шапку. Ой, допизделся. Че допизделся? Я всегда говорил, не сделать ачиву, я танком буду ходить по КД. Ну да, на танк ачиву потом сделают. Ну и плюс ноль еще не груз. На танке у меня нет ачива, и у меня нет. Че, в два окна бегу? Не знаю, я думаю. Я смогу. Два варианта. Либо мы опять обосремся с такими людьми. Кикай их. Либо мы обосремся, как всегда, с хорошими людьми. Не, у нас никогда такого спроси, не было. Спроси у Джевина, кого кикнуть, и он пусть кикнет. Нам надо танк. Вот, ты зайдешь на БДК? Че, некому больше? Вот я, вот смотрите, вот ребята, давайте вот просто, блядь, вам вопрос задам. Я на всех плюс нолях был, блядь, записывал видео, блядь, ну там, неважно, что канал удалился. Я сделал вам хламобота в БДК, хотя мне это ласт ачива на фурика. Вы мне будете делать еще потом на фурика? Нет. Нет. Спасибо, блядь, за ответ. Не за что. Удачи. Вы мне пообещали, что будем, сделаем типа ачива. Обещаю, я лично соберу и сделаем хламоботу. Это то же самое, типа, Байя, зачем будет нам, это то же самое, Войт, зачем нам два кота в рейде, зайди на рогу, нет, пусть кто-то другой ведет на рогу. Да ты тупой, это не то же самое. Войт, ты за какое чиво говорил? За слезы? Ну, хламобот и слезы у меня ласт ачиво вот на этого вара, я тупо и могу не ходить, ходить БДК, а шупо. Мы слезы всегда будем делать по КД. Ну, конечно. Ну, да. Мы как их первый раз сделаем, их будут, блядь, всегда пороть, тупо. Да успокойся, мы и сейчас запорим. Да, сука, запоришь, я тебе на малиновой девятке приеду к тебе. Я чё, пусть протоварит танчит. Там талант может миснуть, опасно. Пусть клипси поставит на 8%. Всё, мы не пойдем на удалона. Или ты зайдешь на БДК. Или камень зайдет на БДК, или кто-то еще. Я могу в два окна потанчить. Там пряник зашел, это кто? А, бульдог, наверное. Да, я ему написал, чтобы он заходил, ВРК ему написал. Казахстан. Смотрите сами.
Ну так еще один слот, если там протопола возьмем, там бульдога или пряником, кем он пойдет, или милая киска, или бодика. Бульдог нормальный, чувак, можно его брать. Я уверен, выйди, чтобы он на бодика зашел. Смотри, один вариант, нам надо 3 танка. К минимум один протопал для сакры. Вариант такой, либо пряник сейчас зайдет на протопала, а войд на БДК. Если нет, то я начисляю ЕП и распускаю рейд. Просто в рейде есть люди, которым это ульда вообще не интересно. Мне с головой и скажу греет. Пусть кто-то на. Ну что ты опять ноешь, войд? Хары ныть, заходи на БДК. Ну в смысле я ною, ты зайди давай. У меня нет БДК. Ну а что ты ноешь тогда? Я не ною. Тебя же просит, а не меня, даун. Все, больше нечего сказать. Айсол. Так, за плюс 0. Одноклеточный. За плюс 0, 2, верно? Давай я в 2 окна затанчу, Олежа. Олежа. Бля, давайте уже что-то быстрее решать, умоляю, а? Пиздец, давай я, короче, зайду на БДК, а Олег ты похилишь, я по РЛ. Нам все равно надо 3 танка. И протопал, а не БДК. В 2 окна. Сейчас last chance на ком. Я могу зайти на протопал, если объяснишь, что надо сделать протопалом. Смотри, подождите, у вас же есть 2 танка, Пеппер на БДК, Олег Хипалом. Берем пряника протопалом и мутант БДК. 3 танка вам есть. Чего фигню страдаете? Акинблинк на протопала заходит, короче. Да, Акинблинк зачем заходить? Пусть на это на маге будет. Блянь, если ты ВРК, заходи на протопала. Что, чтобы я вообще, короче, на шипа зашел, а Олег похилил. Я потому что звезды подбивать буду. А тут это, как тебе сказать, надо ж второй танк на бусы. Значит, ты на БДК. Окей. Кто порит, короче, кто умирает от кары там? Заходит в черный портал, ну это Пеппер вам, наверное, расскажет. Вы получаете ГП 500, 1000, не знаю, посмотрим. 2000. Не, давай я вдал, ну на. Хорошо, давай. 500, 1000 или 2000, смотря как вы будете спороть. Давай тоже. Смотри, какой человек. Кто не уверен, короче, пожалуйста. Ну если я не был, мне как? Не, ну я хоть я накинул за боссов. Без этого. Так, сколько там у нас выходит? По 2000, да? За плюс 0 и за пожарного, да? Угу. Это 2000 за инст. За инст 9000, верно? 2000. Блять, пока мы сейчас стоим, алгалом придет нам. Его еще не запускали, да, чтоб он пропал. У вас в любом случае одна пожарная. Короче, смотрите, в идеале 2 протопаладина надо, и чтобы я на шипы зашел. БДК и 2 протопаладина. Тогда изи ачивка, вообще псих. Никаких проблем с танками не будет. Так, псих, это мы недавно меняли, типа, у ЕП за ульду, да? Там было 2000 ЕП за фул ульду? Нет, мы это не меняли. Там просто написано 2000. По 500 ЕП за каждую ачиву там с пожарного. Это в канале ВК? Да. Там ВК. ВК. Но все равно, что-то давать 9000 ЕП за такой рейд, где мы сидели... Сколько мы сидели? Меньше 3 часов даже. Не-не-не, это много очень. 2000, смотри, за пожарника, 2000 за плюс 0 и 2000 за ульду 25 самого. Как что выходит, за Ториму еще надо дать? Да нет, не, это бред. А, не, у меня так стояло. За всю льду 5000 ЕП и по 500 ЕП за каждое чего. Ну да, в итоге 6000.
все равно. За 6 тысяч все равно ходит. А за Адалона 5 тысяч. Я там пришел. Мне налокай. 500 это мало, конечно, за пожарника, ладно, потом обсудим. Немало, ты видел, как он убивается. Тяжело очень убивается. Нет, вообще не тяжело. В метке просто стоишь и все. Это практика для дауна. Где-то давай трейд, нам тебе грудь. Эшкири, блин. Вендетта портал дал. Так, милая киска, бафай прота. Я бафну кресты, три секаски. Можно и за Ливина взять луком. Не надо, пожалуйста. Рисковал бы. Только ты слышишь, ты ВРК за Ливина, тебе ГП накину, если ты умрешь. Бери лучше, как Джориан. Специально для Заливина. Ж не надо, не бери. Заливина не брать? Не рекомендую. Кто не ходит в льду, то тут не бывает. Прям посмотри на рейд еще, кого кихнуть, сразу говори. Кто же Ефа такой, не знаю. Серсею. Ефа не знаю, такой. Ефа был в льде и травил голодный, в курсе, что надо делать. Он написал, что не знает тактику на практике. Все, давай тогда в портал Долоран тоже. Крифит, Вефа. Отойду Вефа, на 2 минутки. Вефа просто чувак, который случайно кидает СС на себя, меня подозрение вызывает без обид. Вам ретрик нужен, не? Да, давай, заходи на ретрик. Не, пацаны, сорян. В этот раз просто типа за этих боссов я вам накину. Давайте портал Долоран. Давайте портал, пожалуйста. Дима, ты тут? Димас, Джерри. Я да. Смотри еще на состав, кого не будем, не будем брать. Да, есть два человека, но они обидятся, если назову их на ники. Ну, Серсей и кто еще? Ну и Крабби. Дайте пати прыгнуть в портал. Блэкбит, сейчас я тебя накину. Ага, спасибо. Ну смотри, а если мы Алину не берем, тогда кто демоном пойдет? Вуди этот демон, нет? Вуди Алин. Могу демоном. Как скажешь, так и пойду. Короче, пошел на минуту. Так Алина вроде никогда не тупила на Алгалоне там, ну кроме одного раза. Ну, по-моему, нормально, мне кажется, не стоит ее кикать. Да все, мы никого сейчас не кикаем. Уже никого мне не кикаем. Я могу ливнуть, у меня уже заебали. Серсея, да, я могу блядь, ливнуть. Ливай, ты меня доебал уже, можешь ливать нахуй с гадом. А ты меня доебал, потому что каждый раз Серсея, свой поганый рот. Что не ачивку, то ж Серсея, блядь, сейчас запороть должна. Все, заткнись. Не ругайся. Можешь остаться в рейде. Так. Ладно, можем пойти в 22. На, Deadmind. Вроде тоже нормально играет. На Алгалоне. Я по этому принципу в прошлый раз тоже так же добирал. В итоге два трупа. Deadmind нормально играет. Но там был труп Холипала, который два раза не зашел в дыру, и потом Диму не захилили. Не, Deadmind нормально играет. Ну, в резке так точно. Щуга специально знал, что ни одного сколка не упадет, и пришел по каналу Галона. Кральк, ты тут? Кральк. Кральк. Кралька. Я тут. Ты не умрешь? Знаю. Нема! Нет, ребенок говорит. Нет.
Но тебя там не будут отвлекать 4 минуты? Нет. Сейчас ему тебе включу. Давай. Последний раз. Это псих, это последний раз. Окей. Это последний раз. И умру я. Сейчас на мультике включит и не будет умирать. Есть у кого-то рыба? Поставьте, пожалуйста. Мы просто смотрим на нобов, а в итоге сейчас сдохнет какой-нибудь мутант. С пула. Угу. Забудет власть включить. И опять фурики ворвутся. Потом сгорит сначала ты, потом я. А тебе прости. Дайте мне наряд по ханту. Кстати, да, прости нету. Он тоже уже сгорел, что ли? А, он в генерате. Веракт. Кулаки бафы. Я кресты. Чек на пул. Ну, на пул просто на готовность. Пепер тут? Ну, тебе придется наверить. А что с созвездиями делать? Кто их танчить будет? Ну, в созвездии милая киска будет танчить протопал. Окей. Насчет того, как сбивать звезды, лучше назначить всех ШП и ханта. Желательно. Остальное только по ДБ ему говорить. Ничего сложного. Ну что, просите, не с нами? Не знаю, не отвечает что-то. Короче, как-то компенсировать, либо отанчу из... Либо я захожу на ШП и ставлю метки и сам со звезды подбиваю. Либо Дима сам, короче, ставит метки, как-то подбивает звезды, а я танчу. Я не могу два дела одновременно делать. Плохо я танчу. Так. Подожди, у нас... А, у нас три. Не, ну если будет какой-то хил, я просто поэрэлю. Ну, самогона можно спекнуть в ардру. Крита тут. Асовый не будет. Ну ладно, давай я поэрэлю. Бля, короче, у нас вообще элементарно. Слава сейчас заходит на БДК, у нас танчит мутант, Слава, милая киска. Я захожу на ШП, либо хэпала, короче, и все нормально сразу становится. Слава, не морозься. И на БДК. Как хламоботов так же, да? Либо в этого, сейчас. А потом, блядь, шутки над войдом, и все смеются, да? Ты не выжмешь, кстати, наверное. Давай, блядь, давай. Ой. Ты думаешь, так шуток не будет? Да, зато чива будет, блядь, и потом буду спокойно будет карту бить. Какая чива, Слава? Не смеши. Давай заходи на БДК и нормально все будет. Первый, кто умирает БДК. Тебя ждем только. Славик, давай, брат. Не морось. Тебе не секает моя. Короче, Слава, давай, да, нет, и тогда начинаем. Нет, так нет, да, тогда заходи. Чего вы меня туда ебались, я не знаю вообще, блядь. Танков, пожмите на становение БДК. Становение БДК может зайти. Он тактики знает, нет? Ну, он нормальный, не знаю. О, короче, ладно, так, пойдем. Смотрите, мутант первый начинает, на полу на него даем. Танчит у нас созвездие милая киска. Смотрите, сейчас для всех трех танков говорю рискат. Мутант и милая киска, когда созвездия спускаются, каждый танк созвездие берете, одно созвездие берете на себя, чтобы оно до хилов вообще не доходило. Только оно спустилось, ЛПшечку, там агроспел любой дали в него и дальше своим делом занимаетесь. Милая киска, смотри, на протяжении всего трая все созвездия на тебе.
собираешь созвездие, подводишь в мили-зону все три штучки, это до первого сурового удара. И как начинается суровый удар, короче, это очень важно. Главное, чтобы созвездия за человеком, за каким-то в портал не ушли, иначе они портал закроют. Ты просто постоянно на протяжении всего утра на созвездиях висишь. Начинается суровый удар, примерно там за полторы секунды до окончания каста ты жмешь поглощение, ключ, и это на 50% срез всего урона. Далее хилы, короче, выходят. И моментальными спелками хилите трех танков. Это Милая Киска, Мутант и Рискат. Сейчас я еще точно скажу, кто кого будет хилить. Так, а на второй суровый удар Милая Киска ты тоже остаешься. Опять снова созвездие все собираешь. У тебя срабатывает ревностный. Смотри, еще такой, короче, нюанс. После первого сурового удара, когда выходим, у нас будет 4 черные дыры открыто. На тебе будет висеть 3 созвездия. Три эти созвездия ты их должен, короче, закрыть черными дырами, понял? Чтобы следующий стак трех созвездий, когда он выйдет, только он висел и все. То есть после первого сурового удара вот, на тебе должны висеть только 3 новых созвездия. Все, ничего сложного. Будет 2 суровых удара, еще раз повторяю, на каждом суровом ударе появляются 4 звезды и 3 созвездия. Все, ничего сложного нет. Сейчас скажу во время трая. Главное созвездие постоянно на себя забирай. И после первого сурового удара 3 черные дыры закрой. Все, короче, мутант танчит первый. Смотрите, козырь. Да? Как выходишь из порталов, моментальные хилы всегда отдаешь в мутанта. Фукасаку всегда отдаешь моментальные хилы в Милая Киска. Так, а Олег, короче, ты в Рискапе. Всегда моментально спелки на хил. Так, теперь смотрите, короче, самое главное, кто у нас с эти звезды будет подбивать. Минимум 2 человека надо. Короче, Летриан, давай самогон. Дима, тебе ассиста дадут, ты сможешь метки ставить на созвездие, которое подбивать будешь? На. Кружочек желательно. Так, давай тогда ему ассиста, с остальных снимай. Лучше вообще мне Релла передай. Так, сейчас разжалу. Летриан помощник. Ответственная добыча. Все, теперь берите источник душ от унитаза. Все эти камешки на хп и выносите на панель. На горячую клавишу желательно. Ваня, подходи, тебя ждем. Варенька. Так, Козырь, ну там смотри, приоритет у тебя сначала танков обсчитывал, потом уже пошел по рейду. 3 танка, не забывайте, мутант, Рискат и Милая Киска. Так, Трисия, ты отдаешь первую сакру, ставишь, короче, ауру от тьмы, выносишь мастер ауру на панель. Там смотри, как лоу хп будет у рейда по команде, пока я сейчас дашь. Так, дальше Вирак, твоя вторая сакра. И все, на этом хватит. Так. Если чё, Серега Фейкаст. Подожди, если чё, Серега Фейкаст, твой первый гимн на ХП камень строй. Так, смотрите, чтобы вас 100% в лужу в черную дыру засосало, вы должны в центр встать и немного побегать из стороны в сторону. Чё ещё не сказал, помогайте. БДК капли кидать или на кого? Не-не, в рейд отдавай на хилов, на Козыря, на Реневала, либо на Фукасаку. Понял. Трися, давай ты на Реневала, а Вирак ты на Фокуса. Смотрите, ребята, я буду командовать, короче, когда спускаются созвездия, хилы, будьте внимательны, вы должны будете себя захилить. Это очень важно. Там, потому что вас может ваншотнуть, друг друга подхиливать и не забывайте. Все, Димас, смотри, на каждом... До каждого сурового удара, короче, желательно 4 звезды разбить. Чтобы не было проблем. Все, теперь подходите, рассредотачивайтесь по кругу. Идите все к стенкам. Вареньки нет. Ждем его. Да я тут. Подходите, вокруг босса рассоситесь. Сзади босса очень много места. Ребята, смотрите, очень важно. От кары отбегаем подальше желательно. 15-20 метров. Чтобы урона меньше проходило. Это последний чек.
Давайте два танка, короче, под босса. Мутанты, милая киска. Готовы? Два мутанта, начинай с ЛПшки. Ваши действия нелогичны. Отошли к стенке подальше. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Первый танчит мутант, напугал на него. И рост, да? По команде, все по команде. И подальше к стеночке, 3 секунды. Правильно. Ждите, пока не надо. Все наберет игра. Прожимай руник, давайте рост. Все, бейте босс. Просто рост, рост. Отправляться в монстров метку. Агресса. Пара 5 секунд, бейте босса пока. Пара 2 секунды. Великий, смотрим под ноги, пара отбежали. Кибла схили, мы взрываем. Все, взрываем. Бейте босса. А еще звезду. Много еще докажет. Не бейте, пожалуйста, отведите, отведите. Отведи, отведи, парень, отведи. Не бейте звезду, вашу мать. Милики, блядь. Посакнул рейд, захиливайте рейд. Захиливайте рейд. Кара. Кара бежали. Это звезди. Звезди агрим. Давайте я сейчас еще одну разберу. 4 стака я забрал. Хилим. Хилим миската и мутанта. Захиливайте рейд. Захиливайте рейд. Кара через 3 секунды. Я босса сейчас попробую центр поставить. Забрал, забрал. Бежали. Бегай. О, удар 5 секунд. Подходим к порталу. Подходим к порталу. Подходим к порталам. Зубы дашь на рискатор. Подходим к порталам. Вот сейчас заходим. Заходим. Все, вышли. Все, бейте босса. У меня 2 стака. Кара сейчас будет. Агри, агри со звезде. Закрывай черные дыры. Черные дыры закрыть. Давайте я еще одну возьмеваю, готовься. Давай, захиливай рейд, давай саку в рейд на хилов. Лукиску. Лукиску захиль. Иду закрою черную дыру. Все, разбил. Кара 3 секунды. Внимательно смотрите. Звезду не бить, да-да, звезду не бить. Кара, отбежали. Закрывай, много созвездий. Закрывай еще 2 черные дыры. Закрывай, закрывай, не бойся. Лукис разбиваю. От звезды отошли. Дай им на ману. От звезды отошли. Звание умер. Захиливай, захиливай. Надо его бернуть. От кара. Бежали от кара. Там ты умер. Я вижу. Плюс меня. Моего киска забери, босс. Стан тут капец. Что добивайте, босс? Кара бежит. Заходите, заходите в черный дыры, заходите. Ложаться нечем, ложаться нечем. Что вы знаете, что это? Я делаю то, что должен. Прям скорее сейчас созвездие убило. А кто умер? Дальше. Берите босс. Там до сурового даже слышишь. Деппер вообще не откатывается. Ну, прожимка на 50 срезку. Ну, смотри, сначала ты жмешь, короче, на 50% срезку, а на второй, а на второй суровый срабатывает защитник. У меня он сразу же сработал, вместо с ревностным. Но я с ревностным поражал клык, чё, потом ключ. Вот это сундук. Элина, а к чему ты это сейчас вообще написал? Я видел миры, охваченные.
охваченные пламенем творцов. Их жители гибли... Ваня, мутанта, ты оставался на второй суровый удар? Я был свидетелем того, как галактики обновления. Я оставался холодным. Ваня, мутант, оставался на второй суровый удар? Безразлично. Я его просто не успел. Я подбежал слишком далеко. Ничего. Подбежал, точнее. Миллионы не успел зайти. Неужели все они подали? Неужели все? Короче, пересмотреть ролик бы. Слава. Много созвездий было на него киска. У меня всегда проблема. Короче, что-то придумать с созвездиями, блин. Там ревностный слышит даже сработал вместе со срезкой, клыком и ключом. В первом суровом ударе созвездие продержал. Да, там ревностный сразу сработал. Я все прожрал, все дефобилки. А, там, наверное, на те эти были. Созвездия, наверное. В этом смысле, я созвездие. Не фул ХП был. Конечно, те веселее, короче, эти созвездия, и они дымажнули перед суровым. Наверное, поэтому и сработал. Олег, можешь на ДК начислить за место протопал? Ну, за место пал.